Два года назад в Казахстане создали молодежное движение «Дала Карандаром». Впервые такая организация появилась и в нашем регионе. В минувшие выходные прошло торжественное зачисление в ряды карановцев. Идея создать движение на Западе появилась у организаторов во время паводка. Тогда представители из столицы, приехав на помощь в работе, были удивлены и воодушевлены сплоченностью и взаимоподдержкой молодежи нашего региона. В первую же неделю заявки на вступление подали более 300 человек. И поэтому как бы сразу сказали, что в первую очередь штаб должен открываться на западном регионе. И это как бы не только на словах, а на делах, потому что на самом деле вы знаете, что наш принцип именно для молодежного общественного движения «Дала Карандара» это не должно на словах оставаться, это должно превращаться в дела. Первые желающие «Дала Карандара» подали 260 парней и 60 девушек. Это очень большой, это можно сказать, это рекорд побили. До этого такого масштабности даже в Астане не было, чтобы первый же как бы принятие карановцев было такое большое количество людей. Вступить в ряды «Дала Карандара» не так-то просто. Каждый должен пройти несколько этапов. Это спортивные нормативы, уставы в виде экзаменов и собеседования, возраст членов от 16 до 35 лет и главное условие – желание развиваться постоянно. «Нам будет очень интересен опыт работы с вашей молодежью», говорят координаторы проекта. Они намерены приглашать сюда самых лучших коучей и спикеров для развития по разным направлениям. Наряду с этим они будут иметь возможность стабильно тренироваться на современных доступных тренажерах. И они получат очень хороший коллектив и очень хорошую поддержку в лице нас, координаторов. Вы знаете, что молодежная организация имеет 10 координаторов. Это такие именитые спортсмены, как Асхат Дильмухамедов, Алмат Кебиспаев, Тойтов Мирбулат и Фируза Шарипова, Мирей Ахшалов, ну и остальные члены. Я думаю, результат не заставит нас долго ждать. Каждому вступившему в состав «Дала Карандара» торжественно вручили символичные значки. «Дала Карандара», я считаю, то, что это такое элитное общественное объединение, которое будет стремиться во благо народа Казахстана, будет делать все для развития, для борьбы за справедливость, борьбу за все самое хорошее. В планах членов движения – активная работа против наркомании, участие в общественных мероприятиях области и многое другое. Эти задачи были обсуждены с молодежью на первой встрече. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ищанов, Кенжебек Салыхов, Акжаик Акпарат.